Украина не может противостоять России, если та использует авиацию. Подобные заявления украинских экспертов и генералов мне приходилось слышать и читать неоднократно. Авиация России не оставит шансов Украине, повторяют российские СМИ. О действиях украинских самолетов против сил, которые прикрывают российские ПВО, вообще не может быть и речи. Мол, разозлится Россия, тогда все, пиши, пропало. Один из главных аргументов, которые приводят те, кто пугает Украину и весь мир опасностями полномасштабной войны с Россией, якобы мощь российских военно-воздушных сил. Дескать, если Россия применит в полную силу свою авиацию, то события будут развиваться как в поговорке «коза за волком тягалась, только шкура от козы осталась», где в роли волка выступит, конечно же, русский медведь, ну а украинским казакам в форме ВСУ достанется доля несчастной козы. Однако пример российско-израильского военного противостояния показывает, что эти страхи сильно преувеличены. Я не буду сейчас говорить о советской эпохе, когда ВВС Израиля успешно громили советских летчиков и ПВО. Речь о сегодняшнем дне. Россия неоднократно заявляла, что ее ВВС вместе с силами своего клиента Асада полностью контролирует небо Сирии и не позволит никому там действовать. В Сирии создана единая система ПВО, сообщили в Минобороне РФ в январе этого года. Значит, очень грозно. Выглядит еще более впечатляюще, чего стоят, например, упомянутые Путиным российские системы ПВО С-400 «Триумф», которые заступили на боевое дежурство на российской авиабазе в Сирии Хмейми 27 ноября 2015 года. У этого суперкомплекса ПВО зона поражения имеет радиус 400 километров. То есть он покрывает всю Западную Сирию, половину территории Израиля, Ливана и Турции. Сбивать эти замечательные комплексы должны все, что летает на высоте до 27 километров. Самолеты, ракеты, беспилотники – все. Стоит еще помнить, что и у Башара Асада есть собственная система ПВО, которая, правда, тоже российская, и имеет на вооружении, например, новейший комплекс «Панцирь-1С». Но вот новость от 4 декабря 2015 года, ровно через неделю после того, как российские ПВО герметично прикрыли небо Сирии. ВВС Израиля нанесли ракетные удары по военной базе 155-й бригады сирийского правительства войск к северу от Дамаска. Удары были нанесены по колонии грузовиков, груженных баллистическими ракетами. Помимо этого, израильскому ракетному удару в воздухе подверглось топливное хранилище, расположенное в этом же районе. Последний из ударов, ставший известный СМИ, был нанесен менее чем две недели назад. 19 марта в горах недалеко от границы с Ливаном израильские ВВС разбомбили батареи ПВО армии Асада и позиции террористической Хезболлы. Ранее в тот же день ударом с воздуха был уничтожен автомобиль, в котором находился лидер вооруженной организации «Силы защиты Отечества», поддерживающий сирийский правящий режим. Этот удар вызвал просто истерику в Москве. Израильского посла вызвали в МИД РФ. Асад пригрозил Израилю обстреливать ракетами гражданские объекты и химические предприятия. Причем эту угрозу сирийского диктатора передала в Иерусалим Россия. В ответ на российские угрозы министр обороны Израиля Авигдор Либерман предупредил Сирию, что Израиль уничтожит всю ее систему противовоздушной обороны, если по израильским самолетам снова будет выпущена хоть одна ракета. Фактически это ультиматум,
причем не только сирийцам. Более того, 7 марта влиятельное французское издание «Фигаро» со ссылкой на журналиста Жоржа Мальбруна сообщило, что израильские самолеты F-35 неподалеку от президентского дворца под Дамаском уничтожили батарею российских зенитно-ракетных систем С-300, а также целый склад с ракетами для комплекса «Панцирь». Ни Израиль, ни РФ не прокомментировали эту информацию. Официально о том, что российские самолеты и ППО начинают действовать в Сирии, было объявлено 26 августа 2015 года. С тех пор Израиль, по разным данным, официальным и СМИ, нанес по силам Асада и ее союзникам более 30 авиаударов. А в ответ практически полная тишина. Лишь две выпущенные сирийские ПВО-ракеты, которые не нанесли Израилю никакого урона, да пара громогласных угроз из Дамаска и Москвы. Опыт противостояния на Ближнем Востоке показал, что российская армия на самом деле очень слабая и трусливая. Когда они сталкиваются с тем, кто готов им дать сдачу, они сразу же отступают. Россия по своим военно-техническим возможностям – страна третьего мира, не способная к серьезному противостоянию. Ее руководство это хорошо понимает. Украинская армия и ее ВВС, конечно, уступают израильским, но не с Израилем Украина воюет. Украина воюет с отсталой Россией. Украинское руководство смотрит на российские ВВС как кролик на удава, заранее исключая саму мысль о противостоянии. А это совершенно необоснованно. Да, разгромить в сухую, действовать в контролируемой России воздушном пространстве так, будто российских ПВО и самолетов не существует, как это делает Израиль, Украина пока вряд ли сможет. Но и считать, что Украине нечего противопоставить России, оснований нет. Какие-то потери будут, безусловно, но о разгроме и речи не идет. Украина и РФ принадлежат к одной военно-технической лиге. Бои на земле это хорошо показали. Боятся противопоставить российской армии в наземных сражениях украинцы не только перестали, но и поняли, что вполне могут ее победить. Действия в небе близ израильско-сирийской границы показывают, что российские самолеты и ПВО тоже не так страшны, как это пытается представить господин Путин. Авраам Шмулевич.